Всем привет, меня зовут Женя, я знаю, вы любите такого рода видео, видео с распаковкой, и в этом видео я распакую целых 5 посылок с китайских сайтов с одеждой. Я сама очень хочу раскрыть эти пакеты, я их еще не раскрывала, посмотрите, они все запечатаны, у меня есть большие ножницы. И начнем с самого маленького пакета. Так, что тут у нас? О, я распаковала, здесь у меня баночка и зубная щетка. Я знаю, что это давным-давно я заказала супер популярный порошок, который отбеливает зубы. По-моему, он черного цвета. Я думала, что в этом пакете у меня вещи, а здесь оказался порошок для отбеливания зубов. Теперь откроем пакет побольше. Та-дам! Кепка. Что-то купальник и топ. Кепка у меня белого цвета с красной полосой. В принципе, хорошего качества кепка. Я бы не сказала, что она отвратительная. Бордового цвета топ. Запаха не имеет, кстати. С очень пикантным декольте на шнуровке. Сейчас это в моде, но до сих пор эта мода держится. И цвет очень красивый, бордовый. Давайте примерим эту вещь на мне. Самое интересное, это купальник. Это что такое? Это какой-то купальник для взрослого ребенка. Это шорты, чтобы вы понимали. Я хочу померить. Ладно, я померю. Я ради вас это сделаю. Давайте. Третий пакет. Сразу нашла тоже что-то бордовое, что-то синее и розовое. Бордовое – это купальник. Но вот этот купальник уже поинтереснее. Здесь топ. И мне нравится, что есть здесь чашечка. То есть, как бы грудь поддерживается. И мне нравится, что плавки на завязках. То есть их можно регулировать по размеру. Давайте померяем. Тоже тут у нас такое синее. Ага, я помню, да, я выбирала этот костюм двойку. Сейчас я ничего не могу сказать, глядя на него. Могу сказать, что идея интересная, но мы сейчас померим и посмотрим, как он на мне будет смотреться. Запах чуть-чуть имеется, но после стирки он уйдет. И в третьем пакетике у меня тоже костюм двоечка. По-моему, они одинаковые. Нет, этот немножко другой. Здесь, ого, здесь вот такой пикантный вырез спереди. Открываем пакет номер 4. Здесь в пакете очень много всего, и здесь есть и купальники, и боди, кое-что из вещей. А также модная бабочка для груди, которая клеится на грудь. Реклама сейчас повсюду, но мне кажется, это обычные силиконовые накладки, которые вечно слетают. Откроем купальник, цвет у этого купальника потрясающий. Бикини тоже на завязках, но мне кажется, маленькие. Итак, следующий купальник красивого цвета, он сдельный, вау. Но я подозреваю, что он немного маловат. Ого, следующий боди, который мне очень понравился, и он в моде сейчас. Посмотрите, черного цвета, и на груди здесь вот такие вышивки, красивые розы. Сейчас очень популярный этот боди, и его можно носить под шорты, под джинсы, кто-то даже в нем купается. Так, а это что за свадебный топ? Вау,
Посмотрите, какой топик прикольный. Они торчат с приклеенными торчащими цветочками беленькими. Чашечки для груди, так что можно надевать без бюстгальтера на завышенной талии. И, кстати, материал очень тоненький. И на лето, мне кажется, сейчас очень круто будет в них ходить. Без какого-либо запаха. Нитки вообще не торчат. Хочу померить срочно. По-моему, я не знала, что это комбинезон. Да, это комбинезон. И вот, очень красивого красного цвета. И мне кажется, он у меня маленький, потому что он какой-то короткий. Но мы можем померить и убедиться в этом. Давайте посмотрим. Честно признаться, обожаю смотреть такого рода видео. Всегда смотрю в YouTube девчонок, когда кто-то что-то распаковывает. Меня прям завораживает это дело. И я думаю, почему бы мне не снять. Взяла просто наобум, заказала так на глаз то, что понравилось. И вот сейчас посмотрим. Открываем пятый пакет. И я здесь вижу просто потрясающие красоты вещи. Что вы думаете? Посмотрите платье какое. Бежевое платье с подкладом, конечно, таким немного дешевеньким. И здесь тоже в груди есть чашечки. Так что можно надевать без бюстгальтера это платье. Так что, ну, давайте померим, посмотрим, как оно будет сидеть. Это что такое? О боже, это боди. Это боди красного цвета. И здесь воланы, они стоят в стиле Леди Гаги. Такое все космическое. О май гад. Что это такое? А здесь декольте какое глубокое и прозрачное. Посмотрите. Как это носить? С чем? Увидела что-то золотое, как сорока, решила достать побыстрее. Вау, это топ. Топ полупрозрачный. Причем, кажется, в самых пикантных местах здесь побольше узора и не будет просвечивать, но смотрится красиво. Сеточка прозрачная и на ней золотая вышивка, сзади замок. Ого, это бежевые брюки на завышенной талии. Неплохие, без запаха. Ниточки не торчат. И цвет такой, знаете, хороший, красивый. К нему еще идет поясок. Но насчет пояска я, конечно, сомневаюсь. Он палит контору. Давайте померим и посмотрим, как смотрятся эти брючки. Видела такие брюки у американских блогеров, и то, что увидела их на сайте, решила заказать. Они полностью на шнуровке, спереди зашнурованные, укороченные, но очень паршивого качества. И ткань, знаете, прям такая противная, что аж холодная и с каким-то запахом непонятным, резиновым. Может быть, после стирки уйдет, но это лосиные брюки на завышенной талии. Они очень хорошо тянутся, но зашнуровывать вы должны будете сами. Это нужно будет делать очень долго. Посмотрите, сколько здесь колец. И материал, конечно, неприятный.
Вот, мои вещи закончились, распаковка закончилась наконец-то. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то поддержите меня лайками. Мне всегда приятно, когда вы ставите, комментируете. Напишите, нравятся ли вам такие видео распаковочные. И напишите в комментариях, какие вещи, на ваш взгляд, сидят хорошо, в принципе, а какие ужасно. Эти очки и вот этот топ, это тоже с каких-то китайских сайтов. И если я найду на них ссылки, и да, ссылки на все вещи я оставлю под этим видео. Так что всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока.